Как в современном мире работать депутату, быть полезным и вызывать доверие у населения? Об этом говорили на заседании круглого стола в конференц-зале гостиницы «Азимут». Например, обсудили взаимодействие с коммунальщиками. Хороший депутат будет лично контролировать работы. В этом уверен председатель Гордумы Илья Ножичкин. Есть финансирование, работа выполняется, а депутат политически не отрабатывает. Ну, то есть люди не понимают, что это сделала власть, ну просто сделали и сделали. Есть очень ответственные депутаты, которые каждое это обращение отрабатывают, вешают там паспорт объекта, вешают объявление, что скоро здесь будут работы, прорабатывают проекты там, тех или иных работ, а часто не делают. Вот элементарно хотя бы собрать подписи – это тот минимум, который депутат должен сделать, знаешь, что в следующем году будут работать. Людмила Самусина, глава Выровского сельского поселения Майнского района. В селе проживает не более 400 человек, но хлопот у руководителя предостаточно. Проблемы разного характера решает местный депутат. Там квартирный вопрос, кому семейный вопрос, дороги почистить. Ну, в общем, объем большой работ бывает. Мы работаем совместно с главой администрации. Подобные сессии планируется проводить регулярно. На заседании также выступили эксперты из Федеральной общественной палаты и ведущих университетов страны. Виктория Черкова, Бахтияр Салтанов. Ул Правда ТВ.